игра на Iron Front. Пацаны, а что с погодой? Чем мне все размазано? Ты у нас деловой. Парни. Жди, пока отпустит. Это нормально, да? Не, жди, пока отпустит, говорю. А он пока сворует твой магазин. Пивоська попишет. Не, серьезно, долго? Что просто дают? Граната. Как дымовые называются? Так, мы фрицы, наша задача оборонять вот этот сектор. Вот отсюда идет подмога к нам. Наша танк и пару отделений. Они будут переправляться по этой вот высотке, переправе. Русские резаются здесь и сразу же на нас наступают. Ну что там? Залутались? Ага. Пошли в за КамАЗ в жопу на север. Взад. Томас! Чего ты зашел? Пошли, пошли, пошли. С дяденькой. Вот эти домики, которые впереди нас стоят, вот, у них и рассаживаемся приблизительно. Основное направление атаки, наверное, будет с запада. Там зеленка какая-то есть. То есть туда повнимательнее смотрим. Бля, ну Томас истинно, короче, этот фриц. Да ты что? Прирожденный ариец. Хватит. Да, с усиками такой. Адольфушка, да? Да, вот такой. Хочешь шоколадный какой-то. Ой, ебать ты старый, слышь, бля. Прожженный фрицеган. Это понимаешь, как... Ты не тыкай, не тыкай в него этим ружом своим. А как его пустить? Два раза контрол. О. Так, а этот что у нас тут? Чё ты? Ногу поднял правую. Такой, блин. Говно вытереть. Да-да-да. Стыхнул. Сейчас скажу, скажу куда. И компасы, честно говоря, тоже не понятно. Окей, надо смотрите. Вот смотри, скажем, показывает буду. Пять секунд, я определюсь. Вот смотри. А, у нас же четверо. Конечно, у нас четыре стороны. Как это диски для МГ? Гарвис. Джарвис, Мариас. Камон, батя. Follow батя, follow батя. Я говорю, окей. Камон, батя, прикольно. Бля, пацаны, вы такое пропустили сейчас. Там стоит американцам, объясняет, там Джарис, эй, этот follow me, там что-то там потом такой. Да камон, батя, короче, заебали. Это жара была, бля. Давай, давай рассосемся с пацанами, давай, да? Обшутим друг друга. Я тебе говорил то, что те, блядь, были хуторские сосиски не свежие, теперь жопа чешется, да? Говорил я узинки-то с третьего дома, не ешь, не пей молоко, бля, обосрешься. Я причем смотрел, ползет вперед и из пистолета глистов убивает. Суки, блядь! Который вперед выползает. А, чешется-то как, а, блядь, зудит, сука, не могу больше, блядь. Есть колючая проволока, я по ней попал. Вон там ёжик стоит сзади, блядь. Давай об ёжика, давай, 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 давай. Урон, ходить не можно с ними. Сейчас прыгнет на этот кол. Вот она моя хорошая. Ой, хорошо, блядь. Там, наверное, выяснить вопрос. Полегчал, он с командиром разговаривает, смотри. Что вы говорите? Я вас слушаю. Ой, простите. Ой, да. А можно это деревяшка? Он его спрашивает, разрешение деревяшку с собой забрать, чесаться в лесу.
Че, уголек может есть активированный у кого, ну? Да надо помочь пацанам, бля. Ну, посмотри, он... Смотри, пободрей, пободрей идет, смотри. Обиженный. Отпустила, походу. Грустно забрали деревяшку. У меня слезы уже текут. В принципе, облюбовываем двое вот в этот домик, двое в большой. Это, береги жопу. Все, здесь, по домам, в этом райончике рассаживаемся, биться до последнего, не отступать. Здесь я. Давай, так, смотри, если вас прям вообще четко прижмут, то вы чувствуете, что прям какая-то жопа. Отступайте чуть глубже до перекрестка, до укрепления. Угу, понял. Вот. Прям вот, ну, по страшному не сливайтесь. У нас есть все-таки немножко маневра, нужно дождаться, пока колонна поедет. Ну, будем держать сколько сможем, потихоньку будем отступать. Пока пулемет будет давить, мы подержимся. Как пулемет заглохнет, так будем отходить, если тяжко будет. Пулемет уже поставили, да? Да, вот пошли. Пацаны в бункере, вон там бункер есть. Ставят. Пойдем посмотрим. Пойдем посмотрим. Так, слышал, да? Пока пулемет работает, стоим, как он перестает отходить. Так, Рубик, это, ушли от пулемета, нахуй. Фристайм закончился, да, давай. Все, все, смотрим. Русские близко уже, блядь, расселись. Пока пулемет работает, мы здесь. Как пулемет прекратил работать потихоньку, если их много, отступаем. Противник может здесь быть, уже скоро. Занимайте свои здесь позиции. Все, рассосались, рассосались. Здесь танковый пулемет куда, куда вот туда, блядь, иди. Обычный, блядь. А вот туда пошли, иди. Руби, вон домик, блядь, вон вдалеке, видишь? Взял патрон. Энландер. Хорошие слова. Давай разбирай. Дуля. Блядь, бинокль нет. Это они, ребята, да, они либо сыграли, нам окоп не подходит. Ставь, быстрее. Туда ставь. Бля, низенький домик. Между деревьев ставь. Давай, давай. На сверху стоим. Так, а там... А ты вот... Это... Рома, чё, трое своих должны быть, блядь, впереди там? Нас в лесочке. На северо-востоке. Чё, они возле домов бегают, там какие-то чуваки. Свои, свои. А, свои, значит. Возле домов где? Далеко? Да, да, да. Ну, там. Русский, 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 азимут 40, бля. Ой, 40, 30. Да, это русский, русский, русский. Русский, азимут 40. Азимут 40, русский, русский, азимут 40. Азимут 40, много русских бегут. 60, 60 уже. Пошла заваруха. Ууу, как много! Какое количество русских, охренеть! Отлично, отлично! Рубик, работай! Так, по дороге сюда идут, будут это зеленки заходить.
блядь, что за имплантантские дома? Так, по полю не пойдут однозначно. Да, да, здесь около дома я. Да, вроде да. Блин, почти попадает, а? Хорошо работает, блин. Продержимся, по-любому продержимся. Куда они могли уйти, я понял. Они смещаются все на восток. Я думаю, что они вдоль дороги по зеленке с обратной стороны пойдут. С восточной стороны будут заходить. И знаешь что, они хотят переправу закрыть, скорее всего. Слышишь? Переправу, переправу хотят закрыть. Переправу хотят закрыть. Связь нужна, нужен командир, блядь. Вон там в окопе, блядь. Они переправу пошли закрывать. Они все ломанулись на переправу, чтобы закрыть ее, отрезать их. Передавай, срочно. Кто-нибудь слышит меня? Прием. Повторяю, переправу, около переправы противника, около переправы противника. Санта есть, вон там. Ну да, тут немножко. Тут их немножко осталось, основная, все основные силы ушли на переправу, на восток ринулись. Принято, Санта, север у нас как чисто. Ну да, там маленько там пехоты, тут чуть-чуть, пару человек. Так, отвлекают, постреливают в нашу сторону, но вся масса так пошла на восток. Понятно. Танк отлично. Хлопцы, основная масса ушла закрывать переправу. То есть там, да, я командиру там сказал, сейчас они там развернут силы перед переправой. Здесь держитесь, позиции не сдавать. Что за труп? Нормально. Симыч уже слег, блядь.
Ну вон они, их немного. Чё такое? Чё такое? Санта, отходим назад, укрепляемся, пулемёт сдох. Принял. Тех своих, оттаскиваю своих тех. Да, оттаскиваю, оттаскиваю. Всё, окей. Парни, снимаемся, отходим назад. Все отходим назад. Бегом, бегом, бегом. Принято. Тяжелый пулемет сдох, все назад, бегом. Да, до перекрестка назад отходим, до укреплений. Сюда, сюда, сюда заворачиваем. Укрепляемся в домах, держим, не пропускаем. Принимайте засаду. Да, по домам, по домам. Откуда противник идет по факту? Ну с севера и на ушли на переправу. Так, так и осталось. Так, вон домик, блядь, залез у него. Ой. Так, ну вот этот мой будет дом моей обороны. Ждем. Отлично, вовремя отошли под их этот тяжелый. Чап тут? Чап. Вы чё там так убежали далеко? А чё ты? А, ты тут? Я вон в доме, пойдём со мной. Погнали. О, нормас, такая халупа у тебя. Смотри, вон то направление, я вот тут окна буду. Свои, свои, давай назад, куда ты побежал, давай назад. Там уже эти русские. Техника какая-то. Ну это наш должен, легкий танк. Тому парандомик, жопу бы подстрелил.
Умоляйте, так нехило. Да вроде у них тяжелого ничего нет. Наши едут, блядь. Хорошо. Главное, чтобы доехали. Это нормально, доедут. Опа. Классно. Шаг. Думаешь, мне кажется, так пристрельно прям. А, не, по нам похоже. Да там зоркий глаз какой-то, блядь, зоркий глаз какой-то. А снайпер. Опачки. Чё тут такое? Смотрю, по-моему, уже, блядь, с юга заходит, с юго-запада. Да, слушай, помнишь в эту карту, мы играли, проходили прям по южному этому, до воды, в город заходили. Честно, я уж не помню. Так же они идут. Ну там вижу, по-моему, фриц сидит. Справа от дерева. Там свой. Короче, возможно, зашли уже с другой стороны в город. Сейчас по город уже будет бегать фриц, так что аккуратно. Ой, русский. А где он выбегает? Я не знаю, да он бухой, он уже в проезде. Командный игрок. Чё-то. Ага. Блин, с севера, короче. Ну нормально, атака, слышишь? Угу. По всем фронтам. Да, неплохо-то. Да, шальные летают тут, конечно. Где? Вдалеке, на юге. Да, с ямы. Да, потом его. Да.
Русский рядом в городе. Около козлика видел, убил? Не, не видел, где убил? Посмотри. Вот прям за дорогой, вообще. Где они там? Самое главное, чтобы подходили, блядь, по одному. Нормас. Неплохая такая атака. Сильная такая, резкая. Блять, что-то... Немец у нас тут. А, бэтр наш. Динамаг, да? Mm-hmm. Ой-ой. Свои, свои. Свои. Да, свои, свои. Вот там, где взорвалось, там враг. Ага. Так, ну чё? Куда бьёшь? Бежит, с севера бежит. К бункеру к нашему подходит, где сидели первый раз.
зашел в бункер. Который близко? Да-да-да, вот который вот этот вот, с этой стороны. Гаси, гаси, гаси. Он бежал, походу. Да, он за бункер. Давай справа, давай. Аккуратно тут. По дороге бежит. .220 пробежал по дороге. Там свои вдалеке в дороге там. Там... Да вот, Динасик, блядь, только что перебежал. А, стоп, там Ганамак, там свой. Тут свои, там бункер свои следующие. В нас пятый. Ой-ой. 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 Нормально все, блядь. Подлатаемся опять воевать. Так я ранен маленько, бинтуюсь. Тоже. Значит, противника рядом. Да, далеко не кинешь, где-то рядом кидает. На нас бегут по полю с севера много. К бункеру много, много. Готовься, блядь. Подпускай ближе, ближе подпускай. Они справа, смотри, справа, они справа, скорее всего, прямо за этот дом. Давай. Пойдем туда ушел, пусть попадает. Бункеры там свой? Не знаю. Смотри, бункеры. Да, бункеры свой. Левее, но там свой. Но... Точнее, убил его. Бункер живой еще? Ну да. Прикинь, миссия. Сейчас почти играем. Бля, стрён, гранаты кидает налево-направо. Вообще жив. Вон дымы пошли. О. Ограничимся пространство, комнатухи.
попал сзади. Нормас! Чёрт! Став битый противник. We'll be right back.